Доброго времени суток, мои дорогие зрители, подписчики, девочки и мальчики. С вами канал Life Tarot Надежда. И, как и обещала в прошлом видео, давайте посмотрим, что происходит в жизни мужчины, что у него случилось, какая у него проблема. И я думаю, это будет актуально для многих, потому что в последних комментариях вижу, что происходят события, когда мужчины появляются, но они появляются не так, как это ожидаемо. Я вас в своих видео всегда предупреждаю, что появится, но, может быть, какой-то момент вас расстроит, да, отправил точку, там, отправил непонятный какой-то прикол, да, который можно там как-то двусмысленно трактовать, да. Отправил не пойми что там, позвонил пьяный, позвонил еще с какими-то претензиями, да, там написал гадкое сообщение. Но это бывает на эмоциях, и это бывает с течением какой-то проблемы, да, какой-то ситуации сложной, в которой находится человек. Вот в этом видео было начало той истории, которая сейчас будет иметь продолжение. Я ссылочку вам здесь оставлю. Там видео было про мысли, и это как раз-таки предыдущее к этому видео. И там все, собственно, начали с мысли, да, начали за здравие, а закончилось тем, что не может действовать, в том числе и по причине какой-то проблемы. Вот с этой проблемой давайте будем разбираться. Снова оракул полнолуния, колоду решила не менять. Записываю видео немножечко попозже, но, тем не менее, колода у меня та же самая, что и в прошлом видео. Итак, давайте в любом случае мы начнем с сигнификации, потому что для кого-то это видео, да, будет резонировать полностью, а то видео не совсем или наоборот. Вот, но, возможно, это будет продолжение. Ничего, женщина говорит, не хочу про него знать и не хочу слышать, да, мои хорошие, напишите мне, так это или нет, да, вот какие-то проявления уже не нужны, какая-то информация о нем уже лишняя, вот здесь вот та фраза, вот, умерла так умерла, да, я уже ничего не знаю, ничего не хочу и вообще дел никаких иметь не собираюсь, но опять же, видите, над вами навис бумеранг, да, в отношениях, все говорится о том, что все равно вернется, да, и все равно вам еще придется пообщаться. Все равно это будет или звонок, или сообщение, или личная встреча. И, видимо, вы уже предчувствуя вот эти энергии, которые нависли над вашими отношениями, говорите, а я уже не хочу, мне уже не надо. Либо знаете, да, женская интуиция порой такая, знаете, очень мощная, стопроцентная вещь, и вы реально чувствуете приближение этого человека в вашу сторону, что он появится, он никуда не денется, рано или поздно. А уже не хочу, да? Мне не надо ничего с ним выяснять. Что у нас мужчина? Вот он сам мужчина. Прям не мужчина, а господин. Мужчина здесь, кстати, что в его жизни что-то новенькое здесь. Может быть, даже какое-то новое приобретение. Ну, я не знаю, там картину новую себе в квартиру повесил. Ремонт сделал. Животное завел, что-то новенькое здесь появилось. У него дома прям. Ну и все, да, и понеслось дерьмо по трубам. Извиняюсь за выражение. Здесь мужчина сейчас борется с ситуацией, в которую он попал, и из которой выкарабкаться здесь не может. Сейчас тогда к чему здесь карты показали приобретение его, для чего. А, девочки, это то, что он очень-очень давно хотел, но не мог себе позволить. Он сейчас исполнил свою какую-то мечту. Ну, судя по всему, видимо, на последние деньги. Потому что на этом все. На этом возможности исчерпаны. И каких-то вот продуктивных изменений в будущем у него здесь не предвидится. Разбирается с ситуацией, и причем по справедливости сам ее заслужил, сам ее спровоцировал. А, кстати, вы его об этом предупреждали, и вы явились таким, знаете, вот темным пророком для него. Вы вполне могли даже и знать, не знать, а вот, вот чуйка, да, какая-то. Вот, вот просто сказали, сами не знаете, почему вы так сказали. И это явилось для него пророчеством. Запутался, посмотрите, видите, что происходит. Не знает, что сейчас делать, не знает, куда пойти, куда податься. Лабиринт здесь, просто запутался.
просто запутался. И паутина, видите, такая ситуация, из которой он самостоятельно выбраться здесь не может. Здесь влип так влип. И все. Ни входа, ни выхода. Один сплошной тупик. Да, здесь проблема. Здесь проблема. Давайте его мысли о вас, конечно же, посмотрим. Ох, ох, ох. Ну вот видите, со всей любовью в сердце здесь мужчина планирует к вам приехать. Он говорит, и это точка, да? Ты моя, ты мне нужна, я тебя никуда не отпускаю, я с тобой расставаться окончательно не собирался. Здесь мужчина очень жадный, все, что касается вашей личности. Вот моя и все, да, я сказал, и точка. К его мысли появиться. И видите, здесь неспроста его появление в любом случае здесь будет. Потому что бумеранг – это всегда кармическая карта. И если мы ее увидим, мы должны понимать, это то, что уже сформировалось, да, какой-то сгусток энергии, который вошел в жизнь, и он будет дальше набирать свои обороты, пока он не выльется в конкретную ситуацию, там, в конкретное проявление, да, вот ваше, либо человека загаданного. Вот. Поэтому здесь ждите. Может быть, не прямо сейчас, а попозже, но он здесь появится. Это его цель, если хотите, и это миссия, которая для него должна будет выполненной быть. Сейчас, пока видите, он разгребает здесь свои проблемки. А здесь не проблемки, а проблемища. Ну, видите, утешает его то, что с вами он все равно здесь пообщается. Ну, смотрите, здесь не ручная собачка и не ручной котик ваш мужчина. Этот мужчина хочет отвоевать свою собственную территорию и свою собственную личность перед вами. А я такой, да, не надо меня ограничивать, не надо меня заставлять, там, не надо на меня давить. Я не хочу, чтобы меня торопили. Я хочу сам принимать решения. То есть мужчина здесь появится, но, девочки, он не появится здесь сломленным, да? Он не появится для того, чтобы выполнить все ваши условия. Он появится как личность, да? Он появится как человек, но он все равно будет тем, кем вы знали его изначально. Для чего он появится, раз он изменений каких-то в себе здесь физически, да, делать не собирается. Кстати, какая-то треугольная ситуация здесь у него рассыпается. Я не знаю, что это треугольная ситуация. Проблема у него в семье и то, что вы у него были, да, вот какая-то нескладуха и с семьей уладил. Были две женщины, с одной и из них поссорился, и вот теперь вот мозги здесь стали на место. Здесь мужчина появляется, чтобы конкретно либо ставить точку, либо говорить о продолжении. Для него вопрос, что происходит в ваших отношениях, нерешенный. Он не знает. Вы расстались, вы хотите быть с ним, или вы уже все, да, там вы уже с другим партнером. Ему надо прояснить. А вообще, какие у него намерения тогда? Но он страдает, девочки, здесь, видите, как минимум залечить душевные раны, сердечные раны. Вы ему эти раны доставили. Ну, девочки, ну вы в том числе, видите. Вы в любом случае, вот снова здесь показано, важный человек в его жизни. И то, что происходит в ваших отношениях, для него не безразлично. Он тоже по этому поводу, видите, страдает здесь. Измученный, бедный. И ничего он с этим поделать не может. Это та боль, которая не проходит. И много-много вопросов, на которые нет ответа. Поэтому мужчина здесь появится для того, чтобы прояснить для себя те вопросы, которые для него остались без ответа. Но давайте смотреть тогда проблемы. Проблемы, что у него происходит вообще. Он, кстати, и заболеть здесь может. Потому что карта болезни, недуг. Ему плохо. Ну, вот посмотрите, видите, здесь судьба скрутила. Судьба. И если это болезнь, то это болезнь для того, чтобы его остановить, его остепенить. Часто же так бывает, да, что вы опоздали на какую-то встречу, потому что там поезд там ушел раньше, вы опоздали на транспорт, а в итоге понимаете, что вам вообще там быть не стоило, что-то вас остановило. И также какая-то болезнь вдруг не вовремя, да, выбила вас из строя, а потом вы понимаете, да, это самое лучшее. Вот здесь вот, чтобы мужчина еще больше дров не наломал, вполне его могли здесь и в постельку уложить,
потому что, ну, вот какая-то его прыть здесь, она будет лишняя. И так он здесь показан воином, да, человек, который в случае чего готов драться, готов отстаивать свои позиции, готов рьяно защищать все то, что ему дорого, все то, что ценно ему. Он поэтому и к вам так стремится, вы его женщина, он вас отпускать не собирается. И поэтому даже если ваши отношения супер ужасные, ему абсолютно на это все равно. Ему надо будет прояснить с вами отношения окончательно, потому что находиться вот в каких-то иллюзиях, в каком-то вот непонятном состоянии, здесь он в неясном даже состоянии, он не может. Какие конкретно проблемы? Вот видите? Вот они, денежные проблемы здесь. А, помните, в самом начале сказала, что было здесь какое-то приобретение и похоже на последние деньги. Здесь мужчина действительно находится сейчас в очень стесненном состоянии. И поэтому там ждать от него сейчас подарков, да, там, чтобы он купил там билеты дорогие, там, чтобы с вами встретиться. Здесь, к сожалению, на это рассчитывать не приходится. Также здесь может быть, что он заболел, там, дорогое лечение, там, дорогие лекарства. Не может работать, зарабатывать. Приходится сидеть на больничном, а зарплату никто не платит. Здесь мужчина сейчас вынужден ограничивать свои расходы. Очень сильно здесь приходится затягивать пояс. Что еще происходит в его жизни? Какая проблема? Ну, посмотрите, видите, как... вам его не жалко? Вот такие моменты, вот когда смотришь карты, всегда хочется спросить. Вам не жалко? Вот даже... несмотря на то, что он нанес там много боли, да, вот много переживаний. То, что сейчас с ним происходит, здесь, ну, пожалуй, врагу, наверное, не пожелаешь. Вот действительно, что-то он здесь в недавнее время сделал, чего делать не стоило, и это окончательно его здесь подкосило. Что-то девочки приобрел, что-то купил, да, вот, может быть, какая-то спонтанная покупка. Может быть, и вынужденное что-то, но это было лишнее, да, вот не в нужный час, не в нужное время. Поэтому здесь и дурно себя чувствует, и болеет здесь, и жизнь его закрутила в такой вот бараний рог. Смотрю на дно карты, а для того, чтобы поумнел, мои хорошие, для того, чтобы остановился и посмотрел на результат той жизни, которую он вел. Да, вот. Причина и следствие. Вот, чтобы посмотрел на то, что происходит в его жизни, и чтобы он понял, что это из-за его поступков, из-за его действий или бездействий. Потому что бездействие у нас тоже действие. Что еще у него случилось? Что происходит? И, кстати, помощи здесь нету. Вот в чем еще и большая проблема. Ему-то обратиться некому за помощью. То ли всех растерял, то ли все от него отвернулись, то ли все погружены в свои собственные проблемы, что ему, им не до него. И ему, собственно, видите, здесь плохо от того, что люди-то есть вокруг. А видите, они все холодные. Все холодные. Все как чужие. Он, если честно, не может до сих пор понять, с чего все это началось, почему это происходит, и именно с ним. Похоже, привык ваш мужчина, что в свое время все доставалось ему довольно-таки легко. Напрягаться не приходилось. Все как-то получалось задорно. Он вам смело сможет сказать, что как будто бы кто-то украл мою удачу. Не говорите ему, что вы вот, при встрече, потому что здесь будет, что вы его предупреждали, да, не напоминайте ему, чтобы он не начал яро обвинять вас, да, что это вы сделали, что это из-за вас. Потому что здесь попытка вот, найти концы, да, вот, за которые можно уцепиться и сказать, это из-за тебя. Всегда легко свалить свою вину на другого, потому что очень удобненько же, чтобы кто-то другой был виноват. Ну, вот он здесь в прострации. Какой-то больной здесь, там, болеющий, там. Может быть, это депрессия, там, или нервное что-то. Без денег, с чувством непонимания. Рядом люди, но они не могут помочь или, в принципе, отвернулись. Надежд на улучшение здесь нету.
Как будто кто-то проклял здесь. Вот такое здесь ощущение у мужчины. Я думаю, некоторые из вас тоже сталкивались с такой ситуацией, что как будто кто-то сглазил, да, или как будто кто-то проклял, что на фоне того, что все как-то все шло ровно и получалось, вдруг раз, и проблема на проблеме. Вот у этого человека такая ситуация. Знаете, что хочу спросить у карт? А что он прямо сейчас хотел бы вам сказать? Что он хотел бы вам сказать? Ты моя пара. Знаете, я в тебя влюблен. Там тоже у нас сердце было. И карта жука-скарабея. Дорогая его сердцу и его душе женщина. С тобой я был сильным, с тобой я был мощный. С тобой я был, вот как бы это, девочки, банально не звучало, с тобой я был как за каменной стеной. То есть мужчина реально понимал, что вы могли быть тем буфером, о которой рассыпались бы все проблемы. Вот вы были как такой вот стеной, вот через которую многие проблемы до него не долетали. Он так хочет сказать: ты не представляешь, какие у меня сейчас проблемы. Ты не представляешь, как мне сейчас сложно и тяжело. В иных случаях здесь мужчина скажет, для кого-то это вот актуально: я пригрел змею на своей груди. Это касается той жизни, в которой вы не участвуете. Я не знаю, кто это. Да? Друг, который его подставил, предал, еще кто-то. У меня большие проблемы, причем большие в этих проблемах здесь действительно есть чей-то след. Просто так его проблемы не возникли. Да, конечно, он был участником, он был главным героем и сценаристом своей собственной жизни. Но вот, я не знаю, руками, делами вот какого-то другого человека здесь, без участия другого человека здесь не обошлось. А еще он вам хочет сказать, что ты обязательно узнаешь, что у меня происходит. Обязательно. Да, он говорит, я доигрался. Я доигрался настолько, что я теперь не знаю, что мне делать, куда пойти, куда податься. Говорит, такой трэш в моей жизни еще не происходил. И ты об этом узнаешь. Сам он вам скажет, или, может быть, птичка вам на хвосте принесет, ну, относительно того, что расклад вы построили. Вы уже, да, в общих чертах примерно понимаете, что жизнь там не сладкая, и сейчас приходится решать очень много проблем. Вот, ну, я думаю, здесь мужчина или кто-то, да, поможет вам об этой ситуации прямо узнать в деталях. Так что, мои хорошие, вот такой вот момент для вас. Я хочу лично порекомендовать расклад «Послание рода», в котором содержится действительно такая ключевая информация относительно вас самих. Расклад получился мощный, расклад получился сильный. И благодарю всех тех, кто уже посмотрел и написал комментарии, обратную связь. Это действительно мощь. Спасибо вам большое. Не забывайте ставить лайки, не забывайте подписываться, кто не подписан. И вот то самое видео «Послание предков рода». Рода именно для вас. Расклад сугубо, который будет для вашей личности и отражать только вашу жизнь и ваши нюансы. Добро пожаловать. И пока-пока.